удобрения и все высосут из земли, а по-человечески. Сейчас, перед началом концерта, идет мини-интервью. И начали выращивать, и не получилось. Ну, как бы прелюдия. Прелюдия? Это правильно, правильно. У нас было 30 лет, вы годовой. Да. Позавчера день влюбленный, да? Впереди 8 марта, после февраля. Праздники сплошные, с Нового года начинают. До 9 мая, а дальше все. Полоса. Никаких праздников. Чего? Всем привет. Всем привет, давай, спецков. Всем привет, спецков. Я про общий. Идет начало. Идет начало. 9 мая, это на 8 мая тогда тоже. Бог говна. День пошел. День пошел. Ну, он такой специфичный, локальный, как бы. Ну, как бы, я не сказал. Ну, я не думаю, что его все празднуют. Мужики, я про то, что все празднуют. Нет, ну, масса большая. 2 августа десантура. Я про те, что вот общие. Это же профессиональный праздник. 17 декабря, день РВСН у меня, вот, ну, пограничники, там, кто еще там. Не, ну у нас сейчас как бы город приграничный уже. Приграничный есть, который служит. День барыги еще есть. Тоже еще такое. Много чего. А мне чайку, пожалуйста. Сейчас заварим. Ну мы начинаем, наверное.